Всем привет! В этом видео я хотел показать то, как разместить блок питания на вашем педалборде. Итак, где мы можем разместить блок питания? Основные варианты два. Это сверху и под бордом. Если сверху, то располагаем, понятно, там, где нам удобно. Обычно у дальнего края от педалей. То есть, где-то здесь. Может быть, посередине и угодно. Вот такой блок, он как раз по ширине такой же, как и полоса борда. То есть вот он прям четко встает по ширине. И вариант под бордом. Вот у наших педалбордов очень удобная конструкция для этого. То есть тут есть необходимое пространство вот у подъема, где высокая часть опоры. Получается, мы туда его подсовываем. И как-то вот так вот он ставит. Ну, разумеется, наклеиваем липучку на обе стороны. Сюда и сюда. Куда нам надо, наклеиваем, размещаем, где нам удобно. Или можно поближе к середине, например, вот так. Вот этот вот уголок, он очень вот удобно вот, фиксирует. Кто хочет, может это сделать на хомутах пластиковых, кому как нравится. Вот, по сути, все, что можно сказать про это.